Торговый центр галереи 918 открылся совсем недавно, но уже успел завоевать любовь видновчан. Взрослые здесь могут прогуляться по магазинам, а дети поучаствовать в интересной и увлекательной игровой программе. Кстати, праздники здесь празднуют с размахом. Три! Отлично! В путешествие с героями мультфильма «Аладдин» смогли отправиться юные посетители торгово-развлекательного центра галереи 918. Как замечают гости, эта программа не первая, и таким праздникам они действительно рады. Событиями, как открываются магазины, какие мероприятия проводятся здесь. Очень много на каждый праздник и на Новый год были хорошие мероприятия, интересные. Во время программы гости могли угоститься лимонадом, а представительниц прекрасного пола ждал небольшой сюрприз. Всем посетительницам галереи 918 дарили тюльпаны. Людей в праздничные выходные было много. Торговый центр пользуется популярностью, ведь ждали его долго. Мы живем в Видном уже третий год и ждали, когда откроется именно этот торговый центр. Очень понравился, красиво и удобно. Все доступно. Сейчас много магазинов открывается. Вот. Будем сюда почаще наведываться. Сходить в кино, в кафе или в магазин – этим вопросом задались многие гости галереи 918, ведь здесь открылось сразу несколько новых торговых точек. Кто-то уже успел посетить популярные магазины «Кроп и Сенсей» на первом этаже торгово-развлекательного центра. Я второй раз тут, и вот как раз наткнулась на открытие «Сенсея». Очень довольна. Выбор большой. Цены нормальные, хорошие, стоят. В торговом центре галереи 918 становится все больше возможностей для шопинга. На первом этаже ждут гостей салон «Миловица», магазин «Кози Хом», в котором можно найти все для дома, и «Спортландия». Видновчане могут закупиться в «Мираторге», а новые принадлежности для кухни легко найти в магазине «Фрисман». А представительницы прекрасного пола остались довольны открытой недавно подружкой. Литуаль был открыт сначала, вроде как, я ходила, а подружку потом открыли, мы все время здесь ходим, в кинотеатр потом. Закупившись, многие посетители идут на фудкорт, где тоже произошли изменения. По пути они встречают открывшуюся кофейню «Мафия Донатс», а на третьем этаже – гастротеку, где можно посидеть с семьей или друзьями в уютной обстановке. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».